Сегодня ты на велике? Нет. А на чем? Это ЛСД. ЛСД. Хорошо. Нам хорошо, да? Закинулись колесами. Прощаем еще раз, да? Поехали в Сормово. Как здесь сейчас спустят-то, блин? Смысл? Ты боишься? Поехали. Саня не хотел тут ехать, но я его сломал. Вот старушка плетется. Бурнаковский, мягко. Че ты жрешь, че ты жрешь? Ага, я вижу, я нашел их по твоим сиденьям. Я просто не смотрю на... Давай, ешь. Ладно, все. Мы почти в Сормово, почти. Ой, зеленый, да по**й на него, блядь. Сосай. Все равно здесь никого нету. Это наш. А вон Саня плетется. Спортивная близко. Снова нас встречает красный. Саня, как обычно, тормозит. Саня опять стоит. Поехали нам к треугольнику. Кто? Пешеходы. Он уже почти добрал ее, и мы все еще не дождались Влада. Да? Ай, у меня локоть заболел. Как плечо. Ну, плечо. Ладно, снимать не продолжай. Да, я снял. У меня сейчас дух появился. Я дал. Нет. Появилась, блядь. Я ее отобрал. Ну-ка. Вон, вон, едет, смотри. Дюк малолетний. Ага, Сафогин едет, смотри. Ублюдок. Вот чулица. Фонарь, ублюдок. Говно собачье, мать твою. Живи еще хоть четверть века. Ядрят на всю твою семью. Велосипист! Сапогин! У тебя 10 секунд! Ёбал, да? Мы тебя забывали ждать, полдня ждали. Как бы мог сожрал, ему сожрал и домой, домой потом пошел. А, кстати, да, дай. Да, блин, что-то нормально. Ты думаешь, блин, тебя буду кормить еще? Я вчера поил, там вчера. Бля, где? Нашел, кого кормить. Че, если ехал? Катаюсь. Подписывайтесь, ставьте пальцы. Да, нахуй. Я смеялся. Подписывайтесь, ставьте пальцы. Ты, да. 21-е. Да чё, большой палец поставлю. В ожидании чуда, да? Да, зеленый. Пешочком надо. Да куда поехал, блядь? Давай, пешка едут. Прокид. Бегает как пешка.
Все, предъявите ваши документы. Вы стоите не в положенном месте. Ваш диагноз был. Спасибо. Да. Его снимает. Посвяти ему. Что вы скажете по этому поводу? Где-то убита девушка. Это ты ее насиловал, подонок. Говори на камеру. Зачем девочки совращаться? А, не работаю. О, я из дома. Ярик! Если труп засыпет хлопки, его не найдет ни одна собака. Ты пиши, а я звоню. Атакуем Ярику. Здравствуйте, это программа «Поле чудес». С вами Владислав Пизделкин. Звонок другу. И сейчас у нас звонок другу. Привет, Ярослав. Что я? Подождите, вас не слышно. Говорите. Алло. 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 Звонок начался. Вообще отлично. Ага. Ты это где? Я дома? Понимаю. Дома? Все как-то. Дома, говорю. Дома? Вытаскивай свою попу. Намыть не забудь. Мы еще не около полудома. Мы сейчас приедем. Мы уже выехали за тобой, мы тайт. Короче, че дома, вытаскивай свою попу и печенье какого-нибудь. Да, кстати, пожрать бы что-нибудь. Все, мы уже выехали. Через 5 минут будем. Все, давай. Он такой, я знаю, что он скорбит. Вот всегда. Погоним! Охуенная дорога, да, Влад? Давай, давай! Ау, блядь! Вот мы почти подъехали. Ой, сзади. Ярослав. Дюк, сзади, давай, я к тебе приду, поближе. Ты сейчас собьет еще. Что я стою, а я нихуя не Эй, без тормозов буду. Оп. Выходи. Ты подогрел? Поесть. Да. Ну давай, печеньки вытаскивай там. Давай, выходи. Здрасте. Здравствуйте. Поедаем. Ништяк. Я думал, здорово. Паку. Ага. Братишка. Мы катаем. Давай с ним. Да. Я тебя звал уже. Я, да, у меня все дома. Ну, поехали. Что это такое вообще? Ну, я там сейчас возьму, наверное, или что? Бабушка что-то какую-то хрень делала, я вам тоже ее положу. Бабушка какую-то хрень тут делала. Рецепт, что ли? Я хочу ужина. Ну что, зожник? В армейку или не отстанешься? На полгода. Не, реально. Полгода еще побегаешь? Никого года подняли. Что у тебя с практикой? С практикой? Я не был сначала в прошлой неделе. Ну, это дипломный практик, можно.
Давай свидание, чувак. Козел, бросаешь нас. Пошел. И двух у наших детей. Не на завод. А ты фу, блядь. Да. Он мудак. Ну хрена тебе эта камера? Не знаю. Я вам просто что не разрядил. У тебя старый видос остался? Нет. О, слушай, я все удалил, я все почистил. Ладно, давай, Ерик, пока. До завтра. Поехали, пока у меня не разрядилось до конца. Сейчас она разрядится. Норм катка. Мне в кофте вообще нормас. Let's give ourselves a great round of applause.